Давайте тепер повертаємося в нашу тему, вже сухий бак, коли закінчиться паливна криза в Україні. Як вважаєте, паливна криза в Україні, вона спровокована, чи це об'єктивна ситуація, яка просто була там відтермінована і вона не могла не статися? Ну, послушайте, ну ми молодці взагалі, ми третій місяць війни, у нас тільки-тільки ми почали говорити всерйоз о серйозних перебоях. При тому, що нам удається тримати валютно-фінансовий ринок в руках. И мы имеем так или иначе инфраструктурную по всей стране сеточку. Но когда начал бомбить нефтебазы Путин? Да, недели три назад, наверное. Недели три назад он для себя решил, что нужно бомбить нефтебазы, железнодорожные станции, узлы и соединения, мосты, с тем, чтобы нарушить нашу инфраструктуру. То есть он целенаправленно бил в этом направлении, уничтожая наши комбинаты нефтеперерабатывающие и механизмы подвоза. Может ли он тотально эту ситуацию обрушить в Украине? Считаю, что нет. По той простой причине, что, например, посевная в основном уже завершена, и спрос на осеннее топливо со стороны сельского хозяйства практически уже находится на излете. Так, обеспечение наших вооруженных сил и тех, кто обеспечивает систему обороны, на этого хватит железнодорожных поставок и тех эшелонов, которые поступают в том числе из-за рубежа. Мы ограничены в поставках, как это раньше было, через море, и поэтому вся инфраструктура и вся логистика меняется. И наверняка в такой смене возможны какие-то перебои месяц или две недели, ну, с некоторой сложности, да? И некоторые, может быть, шероховатости были в законодательном регулировании. Но, насколько я знаю, сейчас все урегулировано, и в том числе и в налоговом смысле, и в утверждении логистических цепочек. Поэтому я думаю, что если почувствуют дефицит топлива обычные граждане, те, кто живут вот в условиях этой войны, то это будет недолгое время, это не будет критично и слишком долго. А каждому нашему гражданину я хочу попросить, обратиться и сказать, давайте вот в момент этого кризиса и поиска путей выхода из него будем умеренны в перемещении, будем аккуратны и давайте не делать запасы по украинской привычке на 3 месяца вперед в гаражике там где-нибудь. Сейчас не такое время, сейчас нужно пройти вот этот вот переходный период. Думаю, что он будет недолгим, я думаю, что это будет 2 недели, может быть, и потом мы перестанем об этом говорить и будем говорить о том, что ну надо же, не хватает в магазинах импортного шампуня или сливочного масла или еще чего-нибудь такого, ну, к чему мы привыкли в мирной жизни. Бачите, паливо – это автоматично означает зростання цін. И вот, как вы кажете, через 2 тижні, да, мы побачим новые цифры на стелах АЗС, а потом мы побачим, скорее за все, новые цены и в магазинах. Поэтому мы не увидим, я думаю, что увеличение пошлин или налогового давления на этом направлении. Я думаю, что правительство и парламент тут очень быстро отыграют эту ситуацию в нужном русле, с тем, чтобы, да, увеличение, возможно, какое-то будет, но незначительным, не такое, которое приведет к инфляционному скачку и, по сути, к увеличению цен на ключевые товары.